В одній з програм ми дізналися, що в Черкасах обмаль пандусів. Якщо вони є, то їх важко використати за прямим призначенням. Цього разу ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани молодій матусі з дитячим візочком здолати хоча б ось ці сходи. Вообще я столкнулась с такой проблемой, действительно, очень мало людей помогают. Ну, в основном это женщины, молодые мамочки, которые понимают, как это и что это. А вот, допустим, молодые парни вообще никогда не помогают. А очень много мест, где вот целая куча ступенек, их надо преодолеть. И с этой коляской прых-прых-прых. Спасибо вам большое. Пец. Да, если можно. За ней, да, правильно? Девушка, спасибо большое. Помочь? Да, если можно. Спасибо вам большое. Оттуда давайте. Надо, чтобы на уровне было, да? Ну да. На самый низ, да? Ага. Взял. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Да, если можно. Да, если можно, пожалуйста. Спасибо вам большое. А за что у тебя нужно? А вот там аж за самый низ. Спасибо вам большое. А ну что ж, Аня, поделись своими враженнями от эксперимента. Ну, так как я и говорила, очень много людей проходят мимо, даже не смотрят. Ну, а так в основном женщины, как вы видели, помогали. Ну, пару мужчин. Чому так? Чому так, на твою думку? Чому чоловіки якось не охочі? Вони просто не знають, що це таке, що коляски на самом деле тяжелі, що там ще й ребенок несколько кілограм весить. Ну, наверное, вот так вот. Будемо сподіватися, що все виправиться. Да, пусть смотрят передачи и справляются.